Приветствую вас! Если вы являетесь посетителем этого канала довольно продолжительное время, то вам знакома ситуация с прослушиванием музыки, а вернее с проблемами, которые возникают во время того самого прослушивания. А если вы на канале недавно и продолжаете задаваться вопросом, почему нет песен в выпусках, то я уже записывал объяснение относительно этого момента, и вы можете посмотреть по ссылке ниже, даже здесь, хотя эта ссылка стоит к каждому выпуску, где отсутствует музыка. Некоторые из вас, вероятно, помнят, что я задавался вопросом в альтернативной площадке YouTube. И на данный момент я нашел эту альтернативу, это платформа Boosty, ссылка также есть в описании. Зачем нужна эта альтернатива и что это за платформа? Альтернатива прежде всего нужна для того, чтобы я мог выкладывать полноценные выпуски. Сейчас на той платформе я занимаюсь выкладыванием архивных записей, но помимо того, что в тех выпусках полностью представлена песня, они также дублированы на русский язык, то есть вам не нужно читать субтитры, и я полагаю, что для русскоязычного человека такой вариант более комфортен. Но это не все. Также одна из основных проблем была связано с эфирами, когда мы прослушивали музыку по песне по вашим заявкам. И сейчас та платформа также предоставляет возможность проведения прямых эфиров, в которых я буду также прослушивать песни и с моими друзьями здесь, и один. У меня есть ряд идей, связанных с прослушиванием музыки именно в прямых эфирах, которые вряд ли мне удастся комфортно осуществить на YouTube, но на этой площадке, думаю, все получится. Говоря о самой платформе Boosty, прежде всего она была создана, конечно же, для того, чтобы финансово поощрять авторов. Но это не основная моя идея. Все выпуски, вот, которые сейчас я выкладываю, дублированные, они открыты абсолютно для всех. Для этого не нужно быть платным подписчиком. Также этот канал я там буду активно развивать и выкладывать какие-то другие видео, которые по тем или иным соображениям я не буду выкладывать на YouTube. Потому что политика YouTube мне до сих пор непонятна, как и многим из вас. И мне не хочется лишний раз натыкаться на какие-то загвоздки с ними. Поэтому на том канале будет выкладываться гораздо больше, чем я могу выложить на YouTube. Соответственно, подписывайтесь. Говоря о Рутюбе как об альтернативной площадке, я там зарегистрировался 2 недели назад, примерно так, для того, чтобы посмотреть, как она вообще работает. В принципе, все неплохо, за исключением того, и это очень важный для меня момент, что при загрузке видео модерация происходит в ручном режиме, и иногда это может занимать несколько часов. Это очень неудобно, и, соответственно, я не рассматриваю даже из-за этого момента одного ее как альтернативную. Возможно, я буду это использовать как некий резервный канал. Более того, прошлой ночью, я думаю, зайду, посмотрю, что там нового на Рутюбе. Открываю их сайт, и мне выдается сообщение о том, что сейчас сайт недоступен по причине атак на него. Сегодня утром проверил, смотрю, до сих пор это же самое сообщение висит. Поэтому это абсолютно ненадежный какой-то источник сейчас. Проблема в том, что новая вот эта платформа Boosty, она не будет приводить мне новых зрителей. И все зрители, которые туда перейдут, это, соответственно, вы, которые смотрите это видео сейчас на канале на YouTube или в Телеграме. Это единственный минус той платформы. Как я сказал, я не пытаюсь вас перевести туда лишь потому, что там есть опции платных подписок, хотя эти опции есть и здесь на YouTube, этих платных подписок. Все пользуются YouTube давным-давно, в соцсетях давным-давно, все знают, что нужно делать. Я не вижу смысла в том, чтобы в каждом видео напоминать о необходимости лайкнуть, подписаться, поделиться, закомментить, задонатить, выражаясь современным молодежным сленгом. Вы все это знаете, те, кому это нравится, это делают, кому не нравится, просто проходят мимо. Это видео я не записываю с целью того, чтобы в очередной раз упросить, уговорить вас подписаться на очередную платформу. Оно носит информационный характер. Для того, чтобы дать вам понять, что музыкальные эфиры будут проходить на той платформе. Все остальное там уже по желанию. Все видно, все прозрачно. Хотите поддержать – поддерживайте. Не хотите поддержать – не поддерживайте. Все. Информацию дал, дальше решайте сами. Всем мир, салют, День Победы!